Три плохих брата. Жили три брата. После смерти отца они вели распутную жизнь и растратили все богатство, которое он им оставил. И дошли они до того, что даже на хлеб насущный у них не было денег. Они не любили друг друга и завидовали всем. Не хотели они честно трудиться, а стали грабить людей и караваны на дорогах. Однажды они напали на караван, убили купцов и их слуг, а караван увели в горы и спрятали в пещере. Кроме всяких вещей, там было много парчи и золота. Разбойники очень обрадовались такому богатству, и каждый из них думал, как бы сделать, чтобы все это досталось ему одному. Младший брат как-то пошел на базар за едой. «Куплю-ка я вина и подсыплю туда яду», – подумал он. «Братья выпьют вино, отравятся и умрут, а все богатство останется мне». А те двое между тем уже договорились убить младшего брата. Тем временем младший брат на базаре купил много вкусных вещей и купил вина и подсыпал туда яду. Не успел он подойти к пещере, как братья напали на него и зарезали. Сели они обедать, и каждый обдумывал, как бы убить другого. Старший не стал ни пить, ни есть и отошел в сторону. Он думал, что его брат напьется вина, и тогда его можно будет убить и все богатство забрать себе. А средний брат подумал, вот сейчас поем, напьюсь вина, осмелею и убью старшего брата. Через некоторое время у среднего брата начались ужасные рези в животе, а старший брат, не дожидаясь его смерти, решил прикончить его кинжалом. Теперь-то он был уверен, что все богатство достанется ему. Однако их уже искали солдаты, которые схватили старшего брата и привели к губернатору, а губернатор приговорил его к смертной казни.